Саженцы вереска обыкновеннего аллегра, образуют полуметровые вечнозеленые кустики, состоящие из многочисленных вертикальных побегов. В августе ветви почти сплошь покрываются темно-розовыми цветками, колокольчиками длиной 1 см. Цветение обильное, длится до октября, наполняя сад интенсивным ароматом, привлекающим пчел. Вереск – идеальное декоративное растение для начинающих, так как практически не болеет и не нуждается в особом уходе. Многолетник используют в виде невысокой живой изгороди, высаживают в компании хвойников, злаков, рододендрона. Вереск обыкновенный аллегра – это травянистый высотой 30-50 см. Цветет растение в месяц май, июнь и июль. Окраска цветка розовая. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.